Правительство Челябинской области профинансирует науку на селе. На исследования ученые получат из бюджета региона 1 миллион 700 тысяч рублей по распоряжению Бориса Дубровского. На эти деньги специалисты должны придумать, как увеличить рождаемость и выживаемость телят, а также разработать многофункциональный аппарат для обработки почвы. Он поможет снизить себестоимость зерновых, считает Минсельхозе. Сеялка, она будет выполнять все операции, начиная с вспашки, значит, культивации, внесением и удобрений, внесением, значит, семян в почву. По крайней мере, план такой. На разработку комбинированного аппарата бюджет направит 965 тысяч рублей. Он будет полезен фермерам, работающим на тракторах малой и средней мощности. На исследования в сфере животноводства направят 800 тысяч. На эти деньги ученые разработают рекомендации по увеличению воспроизводства стада, а также по уменьшению смертности телят еще в утробе коровы. Увеличение поголовья скота всего на 1% даст экономический эффект на 50 миллионов рублей. Научно-исследовательский институт, который будет заниматься разработками, определят на конкурсе. Участие в нем примут как челябинские специалисты, так и ученые из соседних регионов.